Ярославле объявилась фальшивая зебра. В минувшие выходные неизвестные злоумышленники нарисовали на асфальте пешеходный переход на улице Слепнева. Причем сразу в двух местах. Получилось несколько кривовато, да и краска размазалась. Но народная тропа тут не зарастает. И взрослые, и дети охотно идут по фальшивой зебре. Только вот автомобилисты тормозят здесь не всегда. На обочине знак не установлен. И на крутом повороте из-за проезжающего транспорта людей, переходящих дорогу, водителям не всегда видно. Городские власти считают, что такая фальшивая зебра таит опасность для пешеходов. К сожалению, нельзя назвать пешеходным переходом. Это какая-то самодеятельность чья-то, которая может привести к трагедии. Вот все прекрасно понимают, что в летний период времени у нас находятся дети, школьники на каникулах. Здесь приходят мамы с колясками. Значит, ну вообще, то, что это сделано, это ставит под угрозу жизни и здоровью всех абсолютно участников дорожного движения. Между тем, уже в ближайшее время запланирован ремонт улицы Слепнева. Там собираются сделать 3 пешеходных перехода в согласованных с ГИБДД местах, установить 2 неровности, оборудовать тротуар. Работы должны начаться этим летом, но, видимо, кто-то решил сыграть на опережение.